Привет. Трибуарно. На одном из моих последних стримов мой подписчик Анатолий 23 через донатик, за что ему огромное спасибо. Присылай мне посмотреть ролик, который называется VR-чат за детсад монтаж. Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. И Наклс вообще шикарно подходит. А сейчас до этого. Это будет последний ролик про детсад. Знаешь, это твоя тачка, да, я так понимаю? Спасибо, папаша, что подарил мне этот Renault Logan черного цвета 20 века. Такой этот, блядь, красный, как минимум, да? Спасибо, папаша, что подарил мне такой картонный дом, блядь. У меня дом, локатор, блядь, видишь, я могу вылазить так, о, пидорас найден. Что с твоим домом, заяц? Херна себе, блин, дом летать умеет, а можно мне такое же? Это фильм, мультфильм, точнее, вверх. Бля, верните, нахуй! Отдайте хату, бля, спасибо! Хату спиздили! Ребята, я уже забыл, что хотел сказать, но я... Ничего не говори, просто весели нас. Точно знаю, что всем вам сейчас пришла одновременно большая повистка. И сейчас мы идем. Все равно не приходил. У меня же девушка. Отмазка. Ты что флексишь? Все, у нас важная речь. Уганда захватила детсад. Что? О. Ребята, в последнюю битву. Отправляемся. Вставайте в крутую позу, иначе нам... Нифига себе, они там, блин. Какие-то здоровые. А кто это поет-то? Биг Бэби Тейп какой-нибудь, что ли? Какой маленький-то. Блин, что? Это... Кролик Тинзи. Беги отсюда, это наш район. Он не может найти путь, пацаны, давайте ему покажем путь. На дно. Добро пожаловать на тусу в честь победы над Угандой, братцы. Заходите в дом. И они тоже это решили с ними, что ли, отметить, блядь? Их победили, а они отмечают. Пацаны, кролики, тащите лестницу. Там был Патч? Что у нас друг упал? Парни, тащите лестницу. Да вон, пусть Путч кинет этот хук. Чувак, сейчас тебя... Ой, блядь. Спасайтесь сами, оставьте нас здесь, парни. Прости. Закрыл. Оно будет переноситься в реальную жизнь, только когда X будет значение 10, да? У тебя сейчас 95 хп, 95 мы делим на 9, это будет... Какая рожа! Это будет... Сука, сколько это будет? Ебаная физика. Какая физика? Ладно, походу это правда. Что за х**а, сука, она не сходится. А если я возьму 100, поделю на 10... 10. Вроде говорит, у него весело. Минутка чисто момента. Давай. Здравствуйте, я тут. Я из Арифа. Погнал, погнал. Ваши комментарии по поводу последних действий. Фу, блядь. Какая мерзость. У тебя глаза друг на друга спасли. У меня есть ощущение, что кто-то мне засунул прозрачную бутылку белого цвета 21 века в мой эс. Как это он узнал? Там не только бутылка, там еще и шампур. Тебя прокрутили. Поэтому неплохо. Прогресс пошел. Так, стоп. В смысле зайца отпиздил? У тебя раздвоение личности или кого ты там нюхал? У меня второй я открылся нахуй. Голос подходит прям под зайца. Да, ебать! Хорош! Жизни не получится. Здесь что я пропустил? Я сделал нахуй. Ты о чем? За бутыл флипил, блядь. И ты еще, сука, скажешь, что ты не снимал, блядь. Блин, я не снимал, чувак. Как тебе стулом, блядь? Я еще раз хуеюсь, я еще, блядь, за бутыл флиплю. Давай. Нихуя! С первого раза хорош! Залейте ему морковного сока, он заснул. Налейте ему за детсад, он за маму не хочет. Давайте. Че за батл флип головы у тебя сейчас был? Заливай. Блять, пацан питерский. Заливай, закидывай. Классно, закидывал, красава. Несите все по бутылке и ставьте. Сейчас будем садиться в честь.
Вы, блядь, да что это за стулья у вас странные? О, кто себе подлиннее принес? Это явно любитель кайфа. Это самый гимнаст в нашем отряде. Этот кролик умеет вставать на мостик. Ё-моё! Вот это чупакабра. Он как будто ждет, что ему что-то скажет. Так смотрит. Че происходит? Блин, он такой удивленный просто. Он как будто все еще ждет, что мы ему что-то скажем. А сам смотри, что мне скажешь. Типичное лицо человека, который смотрит сериал и ждет какой-то неожиданный поворот. Ну, ща... Вот так вот, с таким лицом кто-то сериал смотрит, я не знаю, я вроде нет. Ой, либо это когда ты срёшь, короче, у тебя вот-вот вылезет, ты такой, ну давай. Какая мерзость. Ну уже почти. Кроль. Ну уже почти. Да-да-да-да-да. А, это уже концовка. Гениально. Танцы кроликов восхитительны. Я второй подряд смотрю ролик с этого канала. Первый был посмешнее, это тоже смешной, но что-то поменее. Но в любом случае я кайфанул. Спасибо автору, спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.